готов. Assalomu alaykum muhtaram muxlislar, aziz vatandoshlar, Xalqbank lotereyalarining ashaddiy ishqibozlari. Невероятно, но до Нового года несколько дней, и сегодня предпоследний тираж в уходящем году. Лотерея Супер Лото, игра 6+. Ать, какая музыка, какая студия, какие декорации. И тираж сегодня 93-й. Я пытаюсь петь еще. Ха, сезали я бы 93-й ютклар тираж дамы с кадрли юртошлер. Борган сары, яклашиб боряпмиз янги йилга ва айтиб ўтилгандек, сонги эфирдан битта олдинги эфир 2020-йил ҳисобида. Бугун 93-чи ютуқлар тиражида супер лотода биринчи категория 1 миллиард 834 миллион 317 188 сом. Ну не так объявляют такой суперприз. Кана. 1 миллиард 834 миллиона 317 тысяч 188 сум. Суперприз сегодня. Давом итамиз. Katta jackpot. Ikkinchi kategoriya 951 million 441 ming 550 so'm. Третья категория. Я танцую, я хочу петь. Меня эта музыка так отвлекает и так вдохновляет. Третья категория 76 миллионов 818 тысяч 625 сом. Ва beshtalik 4-chi kategoriya 48 million 488 ming 250 сом. Сменили музыку, надо же. Пятая категория. 1 миллион 200 тысяч сум. Олтинчи категория брюзигерма мингсум, да. И седьмая категория, тоже фиксированный выигрыш, 60 тысяч сум. Бугунге тираж хай ата азоларын таныштырбутамыз. Шералиев Анвар Холливич, Халкбанк маркези аппаратыда бөлім башлығы, хай ата раисы. Член комиссии Мухамедов Абдушукур Абдурахманович, главный специалист Центрального аппарата Народного банка. Ватога Шаров Шарафуддин Шамсиддинович, Халкбанк маркези аппаратыда бош мутахассис, хай ат азосы. Ну а в сегодняшнем предпоследнем тираже года участвуют 20 922 билета, и они содержат 67 808 всевозможных игровых комбинаций. Ройхаттан уткен билетлер кайтетерген дискны топшрамы с мархамат. Я прям чувствую себя виноватой, что убрали эту новогоднюю мелодию из моих слов. Йоп, ундаемаз, кафетны чурмаймаз, хархолды юртошлармазге хамрохмаз. На кону такой суперприз, что я думаю... А вот и снова спасибо, и мы запускаем первый лототрон, приводим его в действие. Я просто нажимаю кнопку старт. Лототрондаги сунги, олтиншар, бу, егерма олте. 26. Но, уважаемые, вот так вот, если вы угадаете, невозможно выиграть суперприз. Потому что для этого еще важна одна цифра со второго лототрона. Одна, но решающая. Ха, унге кадар, без шарларна, кетме кеттегинайты будешь мумкин.
Повторим Дима, здесь, какие Альберт. Выпали числа. 11, 8, 13, 12, 32 и 26. 11, 8, 13, 12, 32 и 26 рақамлары түшті. Біз ойыны давам еттірамыз. Икінші лототрон хамешке түшті. Көрамыз. Бұл ерді супер ютуб тақдеріні халықыр үші. Битті ягеона шар түшеді. Бабу, он едет-то. И это шар под номером 17. У меня тут сложилась одна теория. Очень часто шар со второго лототрона повторяется с каким-то из шаров, выпавшим с первого лототрона. Видите? Но каждый раз все непредсказуемо и зависит только от удачи. Например, сегодня так не случилось. Да? Помните, сколько раз было? 3-3, там 8-8. Шундай болгенды, лекен айтыботкеніңіздек непредсказуемая, чунки олдындан хеч кем білмайды. Біз хам білмаймыз. Юртошларымызге омат тұрап қорамыз. Выход знаете какой? Пробовать разные-разные комбинации. Ага. И вот тогда можно угадать. Вариантлар көп болады дайыма. Да. Имкониятлар хам шунге яраша ортады. Комбинациялар қанчалик көп болса, имкониятлар шунчалик көп деген бір формуламыз хам бар. Я не знаю никаких формул. Какая формула? О чем? Бу формула шундан ибарат ки, қадрли юрташларымыз, агар уларда қанчалик көп комбинацияларны амалга ашырышса, билетларны харид қылганлардан соң, уларда ғалиб чиқиш, пул ютуқларни қолга киртиш имконияти ортади. Бу ўзгармас формула. Яъни, сизда қанчалик көп комбинация болса, имконият ортиши табиий. Ну вот теперь понятно, о какой формуле речь. Чем больше комбинаций вы пробуете, тем, конечно же, у вас больше шансов на успех. Приведу такой пример, не знаю сейчас, ну вот он в тему. Мы все были детьми, да? Ну, примерно в год мы начинаем ходить, да? Сколько тысяч раз мы падаем, прежде чем мы научимся ходить, правильно? Миллион. Но, однако, мы же не говорим, что «Ой, нет, ходить это не мое, буду всю жизнь ползать», правильно? Так и здесь. Раз попробовали, 20 раз, 70 раз, миллион раз до тех пор, пока не выиграете. Но важно еще верить в то, что вы делаете. Поэтому с позитивным настроем пешочком идем в любой из филиалов Халкбанка. Говорим, здравствуйте, а дайте-ка мне счастливый билет. Да можно не один, а 21. И называете цифры, которые вам нравятся. Haqiqatdan ham o'sha tanlangan raqamlar bu keyingi bosqich asosiysi esa harakat va niyat. Siz xolis niyat qilasiz, g'olib bo'lish, baxtiyorlar quvonchini yashira olmayotgan yurtdoshlarimiz safida bo'lishni niyat qilasiz. Har holda Xalq banki yo'lga qo'ygan lotereyalarda juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz g'oliblar safidan o'rin olishdi. Ularning qatorida bo'lish sizga ham nasib etsin. Играем где? Ну вы это знаете, но вдруг сейчас включил телевизор тот, кто впервые нас видит. Это в прямом эфире лотерея Народного банка. Она называется «Супер Лото». И здесь действительно супер приз. И сыграть в лотерею можно в любом из филиалов Халк банка. Их много по городу. Все для вашего удобства. Заходите, ловите удачу. Не отпускайте, не отдавайте никому. Да? Ха. Біз хам нәтижелерні оламыз, ва уларны хеч кімге бермаймыз десек, ишонмай. Спасибо. Чүнки біз сізге уларны еткеземіз. По седьмой категории количество выигрышных комбинаций. 98, сумма выигрыша на одну, 60 тысяч сум. Олтинчи категория бойчы. Брюс оттыз бір нафар юртошымыз. Брюс егерма мин сумдан қолгі. По пятой категории количество выигрышных комбинаций. 5, сумма выигрыша на одну, 1 миллион 200 тысяч сум. Тортинчи категория бойчы. Бір нафар юртошымыз. Бүгін 48 миллион 488 250 сумлик. Вот так счастливчик. По четвертой категории один угадал и выиграл больше 48 миллионов. Вы видите сколько. Таблицу можно убирать, потому что по третьей и по второй категории по нулям. Но есть еще главная решающая категория. И здесь? Что здесь? Да. Бүгін ғолып анықланмады. Демек, супер ютықны бірінші категория бойынша хеч кем қолге кірті олмады. Лекен, біз елон қыламыз кейінгі 94-інші тираж үшін супер ютықны. 1 миллиард 874 миллиона 35 тысяч 188 сом. 1 миллиард 874 миллион 35 мин 188 сом. 31 декабр санасыда супер ютук сфатыда элан кылынады. Біз есі хайат райсиге мұражат кыламыз. Етрозлар бар еки ек. Ойыр латерлі фалықтың татпысы алу үші мияры хүджетлер талабылары асосы өткізілі. Етрозлар ек.
Katta rahmat, e'tirozlar yo'q. G'oliblarni, g'oliblikka niyat qilib, biletlarni xarid qilayotgan barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan bayram bilan yana bir karra tabriklaymiz. Удачи вам во всем и всегда. До встречи 31 декабря в прямом эфире. Мы будем работать для вас. Какая прелесть нам поставили, да?